Всем добрый день. Хотел задать такой вопрос. Как вы относитесь к тому, когда вам дарят подарки? Но это очень приятно. А как вы относитесь к тому человеку, который дарит вам много подарков? Да, я считаю так, что если человек дарит подарки, он получает радость искренне, если это делает. А если он делает не искренне, да, с какими-то мотивами отрицательными, то получается по отношению того человека, кому дарят их, он становится как пойманная дичь, да, или пойманное животное в ловушку. Он находится в западне, в тупике, можно так сказать, и обезврежен, безоружен. То есть с таким человеком легче управлять таким человеком и делать то, что выгодно. Поэтому такой человек, которому подарили подарки, он не может сказать «нет», он не имеет своего слова, потому что подкупили. И боится сказать «нет», потому что боится обидеть его. Вот как вы считаете, как нужно относиться к такому человеку, который дарит много подарков? Пишите в комментариях, буду рад вашим комментариям. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пока, до нового видео!